Пластика, хореография, полет души. Этими словами можно описать один из самых сложных видов сценического искусства – балет. Чтобы стать успешными артистами, балетом дети начинают заниматься с самого раннего возраста. Популярен ли этот вид искусства в Кирове и как можно научить детей красиво танцевать, узнавала Елизавета Халикова. Здесь не просто важно научить делать разные трюки фактически, а научить чувствовать свое тело. Мыслить телом. Даже проводя мастер-класс перед своими коллегами из Кирова и области, Мария Гендова, аспирантка Академии русского балета имени Ваганова, не расслабляется. Стоит в четвертой позиции и держит осанку. Того же, говорит, необходимо требовать и от детей, которые желают стать артистами балета. А их в Кирове немало. Популярность этого вида сценического танца в России с каждым годом растет. Увеличивается число как зрителей, так и желающих танцевать. Происходит это несмотря на то, что до сих пор балет считается элитарным и дорогим видом искусства. Балет – затратный вид искусства в плане и эмоциональном, физическом, и материальном, но я не думаю, что он намного затратнее там, бальных танцев, каких-то профессиональных спортивных направлений. Поэтому нет, здесь на самом деле важно желание. Вот. Я думаю, что при желании можно найти в любом уголке что-то, что позволит приблизиться к своей мечте, там, к академической сцене. От теории к практике. Показывать новые позиции и движения, считает Мария Гендова, необходимо на себе. Только так дети смогут понять, что от них требует учитель. В свои 8 лет балетом Алена Куншина занимается уже 3 года. Говорит, сама попросила маму отвезти ее в школу классического танца. Мы раньше ходили на танцы, я узнала о балете. И очень сильно захотела там попробовать потанцевать. Нравится уроки, на уроках заниматься. Если постараешься, то тогда сможешь выйти на сцену и станцевать вместе с другими балеринами. Такие мастер-классы, которые Мария Гендова проводит в разных городах страны, должны помочь преподавателям и детям лучше находить общий язык. Ведь только тогда профессионализм артистов балета будет расти быстрее. Елизавета Халикова, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Давича.